А что это вообще? А что вам конкретно не нравится? А вы что, не видите? А почему у меня здесь такая маленькая грудь? Вы посмотрите, какая у меня грудь. Я понял, давайте я наберу. Конечно, менеджера. Набирайте. Алло, Свет, пришел клиент, массажный салон «Сила трения». Алло, Свет, пришел клиент, свингер-клуб «Каруселька». Один только улыбается, а у троих ужас. Ну, все должны улыбаться же. Ну, все. Да? Это радость для нас, радость для нашей паруси. Алло, Свет, клиент пришел, курс анальной техники «Бомбежка» Валёшки. Да. Он недоволен, что все очень мелко. Тут вообще не рассмотреть ничего даже. Пришел клиент, клуб БДСМ. Говорит, что у мужчины должна была быть накачанная грудь, а не как здесь у нас крысиные носики. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно взять, который бланки на... Да? Пожалуйста, вот дату здесь пишите, здесь номер ваш. Алина, долго ждать тебя, а? Слушай, там реквизитик мой возьми, пожалуйста. Пожалуйста. У него без этого точно ничего не получится. Так люблю девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает. Слушайте, Антона не видели? Час назад он был у себя в кабинете. А ты не знаешь, они давно мутят? Ну, уже как месяц. Офигеть. Причем я у Антона жену видела. Нашего директора тоже есть жена. Не забудь, как твой любимый цветок. Алина, иди ко мне. Да, хорошо. 10 утра, время идти сбивать директору волну. Что такого? У меня нет молодого человека. Так люблю девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает, почему хуй знает.